Всем привет! Решил сделать небольшой обзорчик. Так, пробежаться. Кто как у меня, где живет, как располагается. Тут хотел показать сейчас про петуха. Вот, короче, петух у меня стал какой-то вообще агрессивный. Не знаю, может, это сказывается, то, что он живет в клетке. Ну, в принципе, он же так-то еще самец. Вот он сразу выбегает вперед. Вот такой петух у меня. Дерется. Вот, допустим, вот вся перчатка у меня изорвана. Тут. Вторая. Вот он начинает вот так вот нападать. Сразу весь такой взъерошивается. Вот он так нападает. Вот такой вот он. Прутья все тут. Вот что делает. Игорек! Вот такой вот у меня петух. Все, сгрудил. Так, идем дальше. Что у меня дальше есть? Вот сегодня собрал яйцо перепелиное. Спасти. Яйцо куриное. Вот это вот кайфовые два желтка. То есть даже если так вот сравнить с яйцом, то вот они. Курочка снесла. Это, скорее всего, белая, потому что цвет такой. Это белая. Так, ну, здесь пока пустует место. Здесь, скорее всего, скоро сделаю вот так вот отсюда водопровод. Ну, спаяю из полипропилена. Здесь будут малыши. Это те, которые подрастут здесь. Ну, вот они у меня. Малыши. Кормлю, пою. Вот у меня тут отдыхают. У них жарко. Перышки начинают появляться. Эти белеть начинают. У этих тоже вот. Вот такие вот перышки. Вот такие птички. Все, они пьют у меня уже такую обычную воду. Воду привожу с родника. Вот они так пока кушают отсюда. Ну, скоро поставлю большую кормушку. Так, ну вот. Температура у них там под 40. Еще пока. Для малышей. Так, ну вот этот молодняк, они начинают уже тут кукарекать. Вот, кто-то у них уже тут... пол у этих, конечно, не различить. Только при визуальном осмотре. Ну, и так молодняк у меня тут. Ну, и также вот это старушки, которых потихонечку убираю. Вот они мне так здесь живут. Ну, вот, в принципе, вот такие новости на сегодня.